Всем привет, меня зовут Лерова Камень, регион 65. Сергей Пищулов, он же автор проекта «Бросок на восток», попросил меня ответить на несколько вопросов. Сергей написал мне в интернете и попросил поучаствовать. Каково ваше отношение к данному проекту? Отношение мое положительное. Я рад, что в нашей стране есть люди, которые находят время, возможности сделать бросок от Москвы до Дальнего Востока России. Я думаю, что когда-нибудь придет время, и у меня будут силы и возможности отправиться в путешествие по всей России. С какими трудностями в пути, на мой взгляд, могут столкнуться ребята? Я думаю, погодные условия, качество дорог, которые не идеальны в нашей стране. Сегодня в новостях показывают, что в Якутии выпал снег, минус 2 градуса, а вчера еще было 24. Поэтому, ребята, аккуратнее. 3 июля проект стартует как раз из города, в котором вы сейчас проживаете. Готовы ли вы прийти на старт и пожелать парням удачи? Я думаю, что я найду возможность прийти, поздравить ребят, пожать им руку и пожелать счастливого пути. Потому что 3 июля я планирую быть в Петербурге. Также я знаю, что 30 июня вы стартуете из Москвы, как раз Воробьевы горы. Там полный сбор по 15 часов, насколько я знаю, я прочитал ваш круг. В это время я тоже планирую быть в столице. И возможности 30 июня я приду в Воробьевы горы, чтобы пожелать вам счастливого пути. Буду ли я следить за проектом? Я думаю, что Сергей Пищулов периодически будет выкладывать какие-то фотографии в сети. Я знаю, что после этого проекта будет видеоотчет. Я с большим удовольствием буду следить за происходящим. Сахалинцы очень отзывчивые люди, очень добрые, открытые, положительные и гостеприимные. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы, когда вы приедете в гости, я думаю, что найдется много желающих вам помочь. Сахалин – это уникальное место, и он абсолютно всем отличается от остальной России. Я думаю, что вам следует там побывать, потому что говорить об этом прекрасном месте можно бесконечно. Вопросы себе исчерпали. Я лишь могу себе пожелать ребятам счастливого пути, чтобы у вас на дороге было меньше препятствий, чтобы вам удачи, только хорошие люди. Вперед, Россия! Друзья, сказать, но я люблю это число 65, Сахалин.